Лауреат года Республики Карелия Леонид Леонтьюк. Настоятель православного прихода Сретенского храма Петрозаводска отец Леонид проводит богослужения и крестные ходы за здравие наших воинов. В 2022 году он принимал непосредственное участие во встречах с мобилизованными и добровольцами перед отправкой в зону специальной военной операции. Особые молитвы священнослужители произносят о мире. По благословению Святейшего Патриарха вся Русская Православная Церковь за богослужением читает особую молитву о мире, о прекращении всего того, что сейчас происходит, за тех страждущих людей, обездоленных, обескровленных, за вождей и воинов. По словам отца Леонида, священники сейчас чувствуют на себе особую ответственность, так как стоят у престола Божия и возносят слова от всего народа. Не зря каждое богослужение начинается «Миром Господу помолимся».